Учащиеся начальных классов школы номер 12 в образах сказочных принцесс, фей, снежинок, статных гусаров, мушкетеров, пиратов и юных джентльменов побывали на новогоднем представлении в городском центре досуга «Горняк». Учреждение культуры подготовило для детей новогодний спектакль. Ярким и увлекательным было каждое действие спектакля. Юные актеры в своих образах блистали на сцене, даря каждому зрителю массу эмоций. В рамках спектакля школьники с огромным удовольствием участвовали в интерактивных играх с героями новогоднего представления. Герои спектакля для своих зрителей постарались создать настоящую атмосферу новогодней сказки. Дети с интересом наблюдали за всем, что происходило на сцене. Так, в поисках настоящих чудес, две забавные героини спектакля вместе с юным зрителем побывали не только в морских глубинах, но и встретили на своем пути интересных персонажей с магическими способностями. Далее с огромной радостью детвора встретила Деда Мороза и Снегурочку, с которыми мальчишки и девчонки водили хороводы, пели, танцевали, играли в различные подвижные игры. Стоит отметить, организаторам новогоднего представления удалось по-настоящему удивить своих юных зрителей интересной, увлекательной, яркой новогодней программой. Ведь каждый мальчишка и девчонка в ходе мероприятия получил массу удивительных, запоминающихся впечатлений в преддверии самого волшебного праздника – Нового года.